а не на экране. 3000 рублей, гарантированная сумма 160 бонусов. Нет, не 160, уже 180 тысяч рублей бонус. Вы можете заработать прямо сейчас 186 тысяч рублей. Так заработать? Нет, 183. Запутали вы меня, запутали. С этими несчастными четырехугольниками, которые мы так долго считали. Наконец-то посчитали. Теперь я хочу услышать от вас, какое слово здесь зашифровано. Нужно найти первую букву и прочитать слово. Это все, что от вас требуется. Найдите первую букву и прочтите слово. Я хочу услышать здесь, в прямом эфире, правильный вариант ответа. Итак, 183 тысячи рублей вы можете выиграть прямо сейчас эти деньги. Позвоните по номеру 0977, но перед тем, как набрать этот номер, ознакомьтесь с правилами нашей игры. Правила гласят о стоимости звонка и о том, кто может позвонить. Только совершеннолетние, только взрослые люди могут позвонить по номеру 0977. Принять участие, конечно же, заработать деньги. Прочтите бегущую строку, прежде чем набирать номер 0977. Итак, чуть-чуть я поговорю об этом слове, чтобы вам было понятно, какое слово зашифровано здесь, в левой части экрана. Чтобы вам подсказать, чтобы у меня быстрее появился победитель. И я уверена, что первый звонок будет от победителя. Другого не может быть. Слово легкое, задание легче, гораздо легче, чем четырехугольники. Здесь уже не надо считать геометрические фигуры, не нужно считать треугольники, ни четырехугольники, никаких других геометрических фигур здесь нет. Здесь только буквы. Вот в таком хаотичном порядке они расположены. На нашем экране, вы видите, нужно просто найти первую букву и сложить слово. Это все, что от вас требуется. Давайте сложим буквы. Давайте отгадаем, какое же слово здесь зашифровано. Итак, какие эмоции вы испытываете, когда кто-то вам дарит подарки, кто-то делает вам сюрприз. Вот вы приходите домой, и там много-много ваших знакомых, друзей, родственников, я не знаю, вас встречают и делают вам сюрприз. Поздравляют вас с днем рождения, допустим. Какие эмоции? Вы будете, естественно... Нет, наверное, хватит, потому что вы уже догадались, легкое задание, легкое слово... Я играю со взрослыми людьми, взрослые люди, умные люди, конечно же. Мы все знаем наперед. Остается только набрать номер 0977, как можно чаще, как можно больше прорваться ко мне в прямой эфир и заработать 183 тысячи рублей. Заработайте деньги, станьте моим победителем. На сегодня у меня уже был один победитель. Возможно, он сейчас тоже продолжает принимать участие. И мне абсолютно не важно. Может быть, он будет моим постоянным победителем. Я готова ему постоянно отдавать деньги, если он будет дозваниваться и говорить мне правильный вариант ответа. Может быть, вы станете моим следующим победителем. Мне не важно, мужчина вы или женщина. Какой род, каким родом деятельности вы занимаетесь, какая у вас профессия, кто вы. Абсолютно для меня это не имеет никакого, ни малейшего значения. Главное, что вы мне скажете правильный вариант ответа, что вы дозвонитесь, что вы покажете, что вы хотите заработать деньги, что вам деньги нужны. Для этого нужно звонить, по номеру 0977. Вы покажете, что вам интересны ночные игры, что вы хотите принять участие, что вы принимаете участие, что вы не просто смотрите. Это скучно наблюдать за происходящим и смотреть, как другие забирают за такие простые задания деньги, хорошие деньги. Когда вы могли бы стать победителем, вы могли бы забрать эти деньги, согласитесь. Гораздо интереснее принять участие. Поэтому давайте сосредоточим внимание. Сложим все буквы. Сначала найдем первую букву, конечно же, от нее отталкиваясь, сложим. Красивое слово, поверьте, у вас получится. Те эмоции здесь зашифрованы. И эмоциональный вот такой вот всплеск. Что же здесь зашифровано? 9 букв, их не так много. И 3000 рублей гарантированная сумма. Эти деньги могут быть вашими. Отгадайте. Скажите мне правильный вариант ответа. Я жду победителя. Время еще есть. Есть еще время, чтобы отгадать. Если вы уже отгадали, набирайте номер 0977. Не сидите, не ждите до последней секунды, до последней минуты. Не ждите. Не ждите будильничка, который я вам поставлю. Не ждите. Итак, времени достаточно. 9 букв на экране, ищем первую букву. Я хочу, чтобы вы посмотрели на задание по языку. Давайте посмотрим на задание по весь экран.
номер 0977. Вы должны набирать его прямо сейчас, чтобы прорваться ко мне в прямой эфир, чтобы попасть, чтобы сказать правильный вариант ответа. Легкое задание, давайте не будем долго задерживаться на этом задании. Перейдем к следующему, потому что следующий будет гораздо интереснее. Другие денежные суммы и 183 тысячи рублей вы можете выиграть прямо сейчас. Прошу обратить внимание, пожалуйста, те люди, кому нет еще 18 лет, не звоните. Не звоните, потому что я не смогу вам отдать деньги. Вы даже не сможете принять участие в наших ночных играх. Ночные игры только...